Пишите, как встречать будете Новый год. Бадикус 45. 46, по-моему, или даже 47. Кстати, сегодня ГЕС написал Серега. Да, Серега ГЕС написал что-то. Ну так, да. На связи, Серега, да. Сейчас вот заливаю стрим. Я думаю, что к вечеру залью. Или сегодня, или завтра выйдет ролик новый на канале. Да. Так что вот такие вот дела. Здорово, Серега из ГАИ. Привет. Привет, ребятки. Сегодня была тоже забавная ситуация на дороге. Девчонка одна ехала на Мерсике. Вот, бибикает, бибикает, думаю, что-то вроде я там, ну, не мешаю никому, там, типа, нормально еду. Она прям бибикает, так близко-близко-близко подъехала и говорит, показывает татуировку, там, говорит, класс, там, типа, смотрит, там, ну, подписчица видно. Приятно, приятно, да. Да, ребятки, с наступающим вас тоже. Че тут осталось? Несколько дней и Новый год уже. Ну, вот, а я с этим, с малиной пью. Чай. Да. Надоело тачки регистрировать, смотрим тебя. Ну, блин, понятно, понятно. Че, какой район? Москва? Сейчас же там этот, служба единого окна, там сдаешь. Я, кстати, недавно права менял на новые. Привезешь к Хайванскому гитару с Шри-Ланки. Ну да, деревянную какую-нибудь можно из пальмы вырезанную. Да. Да, сердечки прикольные, да. Репосты тоже не забывайте делать, ребята. А, северо-запад. Ну, чё, молодцы, молодцы. Молодцы, работаете. Субботу, не покладая рук. Хован или Ларин? Ларин, конечно. Передай привет Евгении Фроловой. Евгения Фролова, огромный вам привет. Да. О, спасибо за репостики, красавчики. Молодцы. Я попала на трансляцию. Чем вы тут занимаетесь? Мы, так сказать, вернее, я поздравляю вас с тем, что у нас уже 20 тысяч в Перископе. Это прикольно, это прикольно. Передай привет Александру, а фамилию не успел прочитать. Привет, привет. Это кто? Я Сергей Симонов, да. Смотрел «Охоту на Давыдовича», смотрел. Когда будет новое видео с академиком, как ты к нему относишься, не знаю. Будет ли оно вообще с академиком. Александру Летову привет, окей. Где сладкая булочка? А мы уже сейчас перекусили. Я и это, что мы ели-то? Такие рыбки маленькие, анчоусы называются. Очень вкусные, кстати. С бородинским хлебом, вообще бомба. Да, передай привет Марку. Марку привет. Ты сигары снимаешь? Да у меня есть сигарчики, да, сигарки есть. Но мне сейчас только сигары с моим горлом. Серега, после боя много лайков стало. Да, много, да. Да и просмотры, и лайки. Да вообще, респект, конечно, пошел. Снежинки. Как снежинки ставить? Они рандомно, короче, идут. Снежинки рандомно идут. То есть просто по экрану, короче, внизу там справа тыкаешь. Надо пробовать, надо пробовать. Серега, здорово. Я счастлива. Уря, уря, уря. Ну, отлично. Алексееву привет. Привет, ребятушки, привет. Привет. Алексееву привет. Поздравляю, Серега. Да меня-то что поздравлять? Это все ваше. Мне тут что? 15-й бизнес Сереги Симонова. Да, Snow, да. Как бы там ставишь хэштег Snow и New Year в названии. И получаются вот такие штучки. Еще говорят, можно Christmas ставить. В следующий раз Christmas попробуем поставить. Там что-то, говорят, другая будет какая-то штука лететь, не знаю. Отошел после боя. Блин, ребят, ну, я скажу, да, я отошел после боя, так, в принципе, нормально. Отошел, там синяк на ноге небольшой, но это все фигня. Все равно в башке это сидит, если честно. Да. Christmas time, да-да-да, Christmas time, да. Угу. Покажи, что тебе 40 лет. Ну, мне 40 лет, да. Когда бэху продавать будешь? Ну, это уж в следующем году, ребят. Бабки вернул Татунашвили? Нет, не вернул. Сколько за сегодня заработал? Ну, я так не считаю, что там за сегодня заработал, за завтра. Я всегда по месяцу закрываю. Месяц прошел, посчитали бабки, все, разбежались. Я так считаю. Прогревай горло сигарками. Сигарками? Да, мне кажется, сигарами особо не прогреешь горло-то. Добрый дан, да.
Снежинки теперь. Ну вот, у нас и снежинки, и 2016. Как тебе перископ? Прикольная штука. Вот, кстати, для анонсов, я считаю, перископ вообще незаменимая вещь. Можно коротко там зайти и сразу всем рассказать, куда ты едешь, что ты делаешь, какие у тебя планы, что произойдет в ближайшее время. Вот я сейчас заливаю видео. А вы уже знаете, что в ближайшее время выйдет видео на канале. Вот, то есть... Как бы я вам еще раз это бы все донес? В Инстаграме, ну там только фотографию можно сделать, либо короткое видео, но это как бы не камильфо. А перископ вообще вещь хорошая. Табак зло, да. Телефон сильно нагрелся. Да я как нагрелся, пофиг. Я на зарядку его поставил. Гоу на море Лаптевых, ну да. Да, не магия, не знаю. Согласна, без Бишкека, как-то да, перископ камильфо. Но прикольная штука, прикольная. Вот вчера смотрел Полину Гагарину тоже в перископе. Вчера смотрел «Голос», там тоже вот этот вот ролик вообще прям за душу цепляет. Вот как они пели там «Кукушка» с... Ну просто вообще. Ага. Ща. Да, поп победил, молодых девчонок в перископе смотришь. Если честно, вот я вот там даже на кого-то подписан в перископе, но не смотрю, потому что, ну, блин, время реально занимает. А если без зарядки, то есть ты посмотрел перископ чей-то, и у тебя телефон в ноль, короче, разряжен. И получается, что ты потом уже, ну, как бы без зарядки ходишь. То есть все остальное можешь уже пропустить. Поэтому либо постоянно с зарядкой. У перископа есть моменты свои тоже, косяки есть. Да, но все равно, мне кажется, штука интересная. Как думаешь, теория антисонта Танашвили лажа или нет? Блин, я, ребят, не знаю. Это его дело. Абсолютно я в это не лезу. Я лишь говорю про себя в том плане, что так как нам вот относиться не надо. Конкретно ко мне, к Михалычу, да, то есть вот к тем людям, которые, ну, мы как бы вместе это все начинали, да, то есть и надо было, мне кажется, до конца красиво все довести и сделать. Не бросать на полпути. Вот, поэтому я еще раз говорю, я к Руслану нормально отношусь, но вот в данной ситуации я считаю, что он просто поступил некрасиво по отношению к нам. Тем более, мы там просто морды друг другу били, а в оконцовке ему это было неинтересно, он даже туда не пришел. Еще и нагло врет, что он там был. Вот и все. Я об этом честно сказал. Да. Я не был на этих мероприятиях, я не могу сказать, лажа это или не лажа. Я просто, ну, честно скажу, я там не был. А, мнения у всех разные. Да. Он ответ дал. Он мне звонил вчера. Вчера был стрим, он мне звонил. Мы с ним разговаривали минут, наверное, 10, точно 15 по телефону. Вот, поэтому... Он мне сказал свои мнения, я сказал свои мнения, поэтому... Я остался при своей позиции, он, наверное, при своей. Хелло, с Новым годом! Здорово, да. Тут игнор, пацаны. Кого игнор? Чё? Тогда деньги. Деньги нет, деньги никто не переводил никакие. Ну вот сколько уже после боя с 13-го прошло до хрена, в принципе, времени? 2 недели, да? Ничего никто не перевел. Да. Передай привет Якуту. Привет, Якут. Как тебя Фоня? Да нормальный чувак, нормальный, чё. Абсолютно. А чё за бой-то? Но бой уже прошел у меня на канале. 13 декабря был бой. Да. Ну, где Новый год будешь? Я на Шри-Ланку с Викторией Викторовной отправляюсь. Во вторник, 29 числа, мы летим из Домодедово. В 2 часа дня у нас Аль-Арабия самолет. Летим в Шарджу. В Шарджу, да, не в Дубай, а в Шарджу. Вот, в Шарджи 5 часов, потом дальше летим на Коломбо. Вот, в Коломбо нас встречают уже на Шри-Ланке. И, короче, дальше 3 часа через весь остров едем на, ну, на наше место пребывания. Что за Шри-Ланка? Шри-Ланка это Цейлон. Цейлонский чай, все знаете, вот мы туда едем. Как Симону снежинки поставить? А они рандомно там как-то выскакивают. Я так понимаю, что через раз у кого... Снежинки, у кого 2016.
Не забывай про трансляции. Да, ребят, как я могу про вас забыть? Три слона. О, точно, чай три слона. Во-во-во-во, правильно. Влог будет? Будет, конечно, ребят. Все будет. Передай привет Владу Владиславскому. Привет тебе. Во Вьетнаме был, да? Как найти любимое дело? Любимое дело – это то, что вам всего, ну, то, что вам нравится и то, что у вас лучше всего получается. Если это дело монетизировать, вообще счастливы будете. Вот, ну, мало у кого это получается, но на самом деле эта штука хорошая. Шилов, так, что, Давидыч, Давидыч. А почему тут Давидыч, что-то нашвили, я что-то не понял, при чем тут это? Почему, когда завожу в начале, то не могу писать комменты? Хрен знает, ребята. Смотря с какой программы ты сидишь, лучше скачать официальный Перископ и все. Может, программа Кривая К. Какое у тебя любимое дело? Ну, спорт, ребят, полюбасу спорт. Без спорта вообще никуда каждый день. Вот. Перископ, говно. Да нет, почему? Как во Вьетнаме? Круто, да. Вьетнам очень понравился. Был я в Хошимине, ну, он же Сайгон, был во Фонтьете на побережье. Понравилось, да. Вьетнам вообще понравился. Очень красивая страна, очень чистая страна. Ни одного, ну, не знаю, Вьетнам потрясающий, да, Вьетнам. Даже, наверное, покруче, чем Бали, вот так. Серега, привет от меня. Здорово, здорово. Сергей, а вы кто? Я блогер из Москвы, у меня канал на Ютубе, 408 тысяч подписчиков. Называется канал Добра и Позитива, да. Серега, скажи... Да-да, не удивляйтесь. Серега, кем в 15-16 лет работал? Ну, начинал с почтальона, на почте работал. А, вот. Ну и так пошло, пошло. Лихие 90-е. Ну и дальше по списку армия, короче. После армии пришел официантом, потом барменом, администратором. Ну и пошло, пошло дальше, дальше, дальше. Так это работало. Все с чего-то начинали, ребят. Это нормально. Есть высшее образование? Есть, да. Как тебе, Ларин? Да нормальный чувак, Ларинча. Бандюган, да. Сори, бомбануло. Че про Толяна скажешь? Я во вчерашнем перископе про Толяна все сказал, блин. Антисон по свободной цене будет. Да я хрен его знает, что там за антисон. Да, передай привет с Приморско-Ахтарска. Ух ты, ни хрена ж себе, аж не выговоришь даже. Зубы свои. Нет, у меня зубов вообще не было. Мне же, блин, зубы все это в свое время, короче, поудаляли. Целая история. Я же без зубов ходил, посмотрите старые видео. Да, это сейчас у меня, видите, все, культур-мультур. Керамика. Ой. Михалыч выбил. Не, кстати, Михалыч вообще вот на самом деле... Михалычу спасибо, что нос не сломал и зубы не выбил. Да. Да, блогер. Да, блогер в законе, да. Серега, привет, красава. Завтра с утреца я еду в баньку. Вот, завтра в баньку, тренировочка легкая. Вот. Едем, короче, на Шри-Ланку налегке, не будем набирать никаких там особо шматья, возьму плавки, майки, шорты и все. GoPro возьму, буду снимать там, ну, короче, не знаю, хочу поехать на рыбалку, хочу поехать на китов посмотреть, с GoPro и понырять там, показать подводный мир. Вот, сниму обязательно самолет Аль-Арабия, да, кто-нибудь летал, ребята, этой компании, Аль-Арабия, кто-нибудь летал из чата, напишите. Говорят, хорошая контора, но я этой компании первый раз лечу, если честно. Хочу снять сервис, хочу снять питание, ну там, что, как кормят там. Вот. Сколько татуировок? Да, до хрена. Норм, норм, не летал. Херня. Серега, где Вика? Вика вон чай пьет. Я летал, летал. Ну что, нормальная контора или как? Хочу на Шри-Ланку тоже. Давай приезжай. Кстати, там у нас уже наши подписчики тоже будут нас, так сказать, встречать. Вот. Договорились уже. Да. Викусю в кадр. Ну, сейчас она там что-то делает, там занимается на кухне.
Серега был в Италии, да. С легким паром завтра мне скажете. Да, контора хорошая, надежная, сервис отличный, но сейчас опасно просто в связи с политической ситуацией. Но, ребят, рожденный плавать, летать не может. Я считаю, что что должно быть, то и произойдет. Вот. А если так ходить, что-то шугаться, бояться, смысл жить тогда, да? Так всю жизнь просидишь и будешь бояться, блин, ну. Так, Вики, привет. Да, передам. Вика, тебе привет. Всем тоже привет. Сима, с кем идешь в сауну? Угадай с трех раз, с кем я иду в сауну. Так, что там, Вову? Как сделать снежинки? Ну, как сделать снежинки? Это ты у меня спрашиваешь? Если, когда забиваешь трансляцию, хэштег snow ставишь или New Year, короче, ставишь, и будут снежинки. Так, как у тебя на Твиче пропиарится Максу? Пишите, Макс занимается баннерами, там, туда-сюда. Макс Дробот и в этот, ну, ВКонтакте у меня там можете написать, я дам его контакты. Чувак, ты кто, блогер? Да, ребят, я блогер из Москвы, Сергей Симонов, у меня канал на Ютубе, да, называется «Добра и позитива». Че друзьям подаришь? Ну, в смысле, ты имеешь в виду на Новый год, что ли? Вика занимается у нас этими вопросами, вот, сегодня тоже ездили, поздравляли, ездили сегодня там, подарки дарили, то есть Вика еще завтра поедет. Ну, в принципе, практически всех мы поздравили. То есть я заказывал с Брянского стекольного завода целую коробку вот этих стеклянных хрустальных обезьянок больших. Кстати, у нас остались обезьянки, Вик? А? Не остались? Шампанское берешь на Цейлон. Да ладно, ребят, что там, шампанское не купим, что ли, это разве проблема? С этим тоже... Проблем не будут. Я буду в партнерке Сереги. Да, партнерка ВСП хорошая. Я доволен, да. Как тебе бой с Пантелейкиным? Ну, прошел нормально, победа наша. Вы на Перископе Татунашвили спрашивали про деньги? Я нет, не спрашивал. Но деньги пока не перевели. Вика точно дома? Да, она там, да, дома. Привет, привет. Да. Че? Не расслышал. Общаешься с Афони? Да, пару дней назад его видел. Вика на кухне, да. Автограф мне на стенке в ВК. Хотите собаку завести? Не хочу кота. Кота. С котом гулять не надо. Кота взял на руки его, он у тебя сидит и все. Да. Ты еще в боях будешь участвовать? Ребят, ну, мне кажется, староват я для боев. Ты ушел с боев. Ну, в общем, да, потому что это опасная штука. И на самом деле, то, что я ставил перед собой какую-то цель, задачу, я ее выполнил. Кто по гороскопу? Я Скорпион. Смотря, то будешь три слона пить там. Ну да, ты имеешь в виду, что там купить нельзя, что ли, ничего? Что Руслан сказал? Что Руслан сказал? Сейчас стрим заливаю. Вот я как раз на этом стриме потом говорил, что Руслан сказал. Продай мне бэху. Ребят, 1,5 миллиона и бэха твоя. Вообще без проблем. За 1,5 миллиона отдам бэху. Когда на футбол? Пока не знаю. Тагил, привет. Купи кота и сделай ему тату. Добра и позитива. Окей. Да. Куплю. Покупай. Под куранта чаек попить. Ну да. Бэха? Ну нет, почему? Бэха хорошая. Дорого. Дорого, но она в идеальном состоянии. Пробег маленький, практически новая машина. Один хозяин, я покупал новую. Машина заказная, то есть. Уступишь на бэху. Сколько? Пробег 70 тысяч. Какой твой любимый фрукт? Блин, хороший вопрос. Блин, бананы люблю, яблоки люблю, то есть много чего. Да, 630-е. Че с Мерсом? На бой. Да это все лажа была, разводняк, короче. Никакого Мерса, никаких денег, ничего нет абсолютно. Покупай у Давыдыча X5. Не, X5 немножко не мой формат машины. Да, я больше спортивные люблю тачки, да. Сколько сил BMW? 272. Привет, Чита, привет. Да, привет. У меня Мерс Е55 АМГ от отца. Ну, крутая машина, да.
Налог высокий, 40, по-моему, 2, что ли, 43 тысячи рублей в год. Бентли, как и Куси хочет, да? Привет, здорово, здорово. Будешь новую шестерку брать? Ну, если буду, то новую, да. Новую, да. Чего не купите дом? А у нас есть дом. Чего его покупать-то? Почему жизнь несправедлива? Ну, это тебе сейчас так кажется, а потом ты будешь думать иначе. Все меняется. Лагает. Серега, как бизнес, кризис влияет? Ну, влияет, конечно. Иди поздоровайся. Купи Викуси Ауди, жить там надо, да, в доме жить надо, это точно. Но вот в моем графике лучше, конечно, и удобнее находиться именно в городе. То есть для меня вот удобнее в городе находиться. Да. Видишь, я не знаю, видно, нет, он, я еще эту сетку рисовал на горло. Ну, йодом. Сейчас получше уже. Вика, у нас чай там есть еще? Зай, налей мне. С малинкой. Сейчас чайку попьем. Здорово, ребята, здорово. Астон Мартин. Ну, вообще, вот, если честно, хочется Астон Мартин, но денег пока только на шестерку хватает на новую. Астон Мартин в хорошей комплектации где-то 12 стоит. 12. Чем болит? Горло болит? Конфетка есть у меня. Ага, спасибо. Вики на руках появилась в кадре. Ага. Здорово, здорово. Новая шестерка, да, особенно, знаете, нравится белого цвета. Такая. Спонсор выпуска конфетка красная. Красный Октябрь. Вот так. Да. Дай люлей. Не маги. Красота. Вкусно. Так, сейчас посмотрим. Что подарить девушке на Новый год? Хорошее настроение, какую-нибудь новогоднюю программу. Что-нибудь сделай своими руками. Не знаю. Стол красивый накрой там. Ну, классно надо придумать, что-нибудь идею надо хорошую. Ой, вкусно. Украшение подари, да? Симон, вот тебе лайк. Спасибо. Конфетку едим. Что за шкала Симонова? Ну, это в свое время не магия там стебалась. Что там с полторашкой? С какой полторашкой? Пауэрбаланс хороший стоит где-то в районе 30 или 40 долларов, что-то такое. Поздравь. Кого поздравить? У моего сына сегодня день рождения. Прикольно, поздравляем. Виски постоянно бреешь? Неа. Я в барб ухожу, они меня там стригут. Я как бы волосами вообще не занимаюсь. Ну, бреюсь только и все. Покажи свой power баланс. А че его показывать-то? Вот он. Не знаю, вот он. Покажи Иисуса. Полторашка это Джарахов, что ли? По стоимости билетов проживания. Где ты имеешь в виду на Шри-Ланке, что ли? Знаешь, Гамаза? Я не знаю. Это же беспонтовый баланс этот. Ну, хрен знает. Мнения разделились. Кому-то понравилось, кто-то носит, кто-то в это не верит, не носит. Дело каждого. Да. Когда на Шри-Ланку? Во вторник. Во вторник. Что такое power balance? Браслет такой. Что он делает? Ну, ребят, посмотрите ролик на моем канале. Как сейчас, что я вам объясню? Надо посмотреть.
взять у тебя интервью реально, а что нереально? ВК пиши. Как относишься к тому, что Тутнашвили стал королем дизлайков? Да я бы не сказал, что он стал королем дизлайков. Мне кажется, у нас других королей хватает. Надо по 159 впаять. Power Balance — это плацебо. Ну, Иван Мотора кинули с канала. Почему его кинули с канала? Давай загадочку. Висит груша, нельзя скушать. Что это такое? Симон, когда ты почувствовал старость? Блин, хороший вопрос. Что за татухи, блин? Ребят, ну не смешите меня, у меня горло болит. Я лучше конфетку съем. Сложные приколы, да. Кавказ, привет. Тату на спине четкая, ну да, спасибо. Лампочка, да. Тетя Груша повесилась, да. Передай привет, Питер. Да, кстати, к вам там Хач поехал. Встречайте его. Дневник Хача у вас там с Майами тусуется. Да. Пьешь протеин? Не, все, я как бы после боя завязал со спортивным питанием, потому что я пару килограмм набрал, и я их чувствую, ну и нафиг, короче. О, сейчас ролик вот заливаю, ну как этот, стрим заливаю, сейчас стрим выйдет. Татухи а-ля над нашей зоной голуби летают. Ну, о вкусах не спорят, вот хрен знает. А ты знаешь за Майами, как он двигался на Дом 2? Ня, вообще не знаю. Симонов, здорово, здорово. Чё за конфеты? Блин, кстати, ребята, какие-то конфеты крутые. Они в таких вот, видите, ну, в коробочке в такой были. Одна вот белая еще осталась. Ролик с этим, с Владом, что ли? Я хрен знает. Будет ли он вообще, не знаю пока. Майами как педик выглядит, ну хрен знает. Травку курил, не моя тема вообще. Я и кальян, честно говоря, не люблю вот эту всю фигню. Я еще могу сигарку там, могу там и то раз в году там где-то, знаете, так. Ну чисто понтануться просто и все. Ну а так. Накали мне купола. Вика, Тутнашвили забухала, не знаю. Я не слежу за этим. Кто там, чё? Как относишься к Хомякову? Лёха нормальный чувак, чё? Абсолютно чувак нормальный. Я его знаю, мы с ним встречались. Мы с ним вместе Толяна перевозили. Он на машине на своей был. А мы с ребятами помогали разгружать там туда-сюда. Да. Да. Чё? Ветер северный. Да. Понтовался с трубкой, помню. Да. На Михалыча наезжал. Что-то такое. Да. Это все было. Сладкая булочка. Да. Помогали Толяну разгружать дизлайки. Да, грузили до утра. Аж взмокли все. Да. Что там с бабкой Толяна? Понятно. Не знаю, что там с бабкой Толяна. С тростью. Да, помню, да. Это ж легендарный стрим. Михалычу будет скучно без тебя на Новый год. Да ладно. Что ему будет скучно? Все будет хорошо. Покажи банки. Вот банки. Сделай обзор на нарезку. Стоит идти в антисон к Тутнашвили? Ребят, это вам решать. Я там не был. Это абсолютно меня не касается. Я знаю одно, что мне деньги не выплатили за бой. Как и Михалычу не выплатили деньги за бой. То есть, ну, я ничего добавить даже не могу. Денег нет.
Ничегошеньки, ничего, да. Сними влоги на отдыхе. По любасу, ребят. Влоги будут. Единственное, что могут быть проблемы с интернетом. С интернетом. И могут выходить ролики там, ну, чуть пореже, потому что буду заливать. А там я с собой беру компьютер там, короче, все дела с собой беру. Камеру возьму, GoPro-ху, все возьму. Да. Гоу-лайки ставить. Да. Какой вуз закончил? Московский государственный университет природообустройства. На этой, на Тимирязевской. Да. Вернее, на Прянишникова. Улица такая есть. Да. У вас снег есть? У нас снег есть только на перископе. Есть законные сроки выплаты денег. Но опять же, договора нет, ничего нет. Чисто так вот, ну как, я еще раз говорю, то есть обычно как вот, ну, договорились, надо выполнять свои обязательства. Я так понимаю, что нашей вот ситуации с боем, организацией вообще никто не занимался. Ну просто вот как получилось, так получилось и все. Поэтому. У нас плюс 10, а у нас потеплело, минус 22. Ого. Серега, почем добро продаешь? Ребят, сегодня дарю бесплатно, вот забирайте сколько унесете. Какая GoPro? У меня трешка. Треха Silver я снимаю. Привет с болота. Но у меня разные камеры есть. И на Panasonic снимаю. Как бизнес? Нормально все. Сейчас подводим итоги, считаем бабки, конец года. Да. Вика Волконская не в моем стиле, не в моем вкусе абсолютно. У вас контракт официальный по бою был? Ну, в конце мы уже подписывали договор там. Ну, я, если честно, по поводу сроков выплаты, там что-то пункта не видел этого. Будешь пить на Новый год шампусик, да? Шампанское будет. Привет Тамбову передай. Тамбов, здорово. Когда реванш с Михалычем? Да я думаю, что никогда. Считаешь ли ты, что потому что вместо Шилова вышел Михалыч? Да, ну, тут много моментов, и это в том числе сыграло тоже. А как же пьянство в бой? Ну а как же Новый год встретить? Московский университет добра и позитива. Мудип. Когда на шпагат сядешь? Ну, не знаю. Нет такой цели просто сесть на шпагат. И корку с собой возьмешь. Ну да, я заказал две банки. Мне ребята должны привезти. Вот не знаю, в понедельник, если успеют, заберу. Если нет, после Нового года заберу. Без икры поеду. Что делать? Серега, ты уже устал от темы боя? Ну, типа да. А из какого ты города? Москва? Черную или красную? Красную. Ну, мне, кстати, красная больше нравится, чем черная. Не знаю почему. Красная как-то она роднее, проще, ближе как-то. Хрен знает. Да. Да. Почем икра? С меня деньги еще не брали. Сколько скажешь, столько отдам. Кукурузу возьмешь с собой? Не, есть образование, есть. Родился в Москве и вырос в Москве, да? Да. Какой кафедре учился в университете? Ну, вообще у меня экономическое образование, экономический факультет. Да. Как к немаге? Да никак. Был в Краснодаре когда-нибудь. Вот этим летом был в Краснодаре. Ролик посмотрите. Почему именно экономистом стал? Да хрен знает. Как-то я особо не думал. Как получилось, так и получилось. Поступил. У меня там история какая была. То есть я пришел, когда с армии поступил в институт физкультуры. Да, там документы отнес уже. Все сдал. Короче, после армии там были, ну, была возможность там, как бы брали, грубо говоря, вне конкурса, да. Учиться не стал, потому что работать надо было, деньги зарабатывать. Ну, вот. Но потом все равно пришел к тому, что образование именно корочка нужна. Поэтому пошел опять туда учиться. Да. Вик, там не началось еще? Ну вот. Во сколько там? Когда кулинарный выпуск будет? Ну, будут, ребята, будут. Кулинарные выпуски будут, потому что, как бы,
Я, во-первых, на Шри-Ланке поснимаю, там с едой, с местной, там туда-сюда. Все будет. Все будет, поснимаем по ценам, по отелям. Ну, расскажу, что увижу там, как увижу, что все это покажу. Что ждешь? Мы сейчас будем смотреть битву экстрасенсов, финал. Привет, Твери, привет. Пригодилось как-то образование? Ну, чисто для карьеры, да, потому что корочка нужна, ну, в смысле для продвижения по службе, а так особо нет. С наступающим. И вас тоже с наступающим. Серега, во сколько завтра встаешь? Ну, мне в 9 уже в спортзале, но я встану где-то в 7, пока кофейку, легкий завтрак и на тренировочку. Примерно так. На Шри-Ланке. Плохой интернет. Ну, плохой, значит, видео будут заливаться там долго. Но все равно снимать буду. Да, все вместе дружно позовем Викторию. Тебя хотят, Вик. Тебя хотят увидеть. Викусе на Новый год iPhone подаришь и шубу. Вик и так вся в подарках, вы за нее не переживайте. Да. Какую сладкую булочку посоветуешь? Ой, ромовую бабу бери. Ромовую бабу. И бутылку рома. И бабу. И все. Будет хорошо. Да. Ой, Вика. Да. Ромовая, да? Ой. Да, пьяные бабы это что-то. Как чемодан без ручки нести, тяжело и бросить нельзя. Можно бабу без рома, ну. Сейчас позовем. Есть бурбон. Подойдет? Ну, подойдет, я думаю. Да, где делал татуировки? У меня есть на канале плейлист «Мои татуировки». Там есть адреса салонов, там есть мастера конкретно. То есть последнее время сейчас у Миши Космоса делаю на улице «Правда». Вот, там зайдите, все ссылки есть. То есть хотел бы предложить дружбу с Толяном. Серег хотел бы предложить дружбу с Толяном. Ну, с Толяном уже как бы ситуация такая, что я просто понял, что это, ну, неисправимо. Вот, неисправимо. А я как бы бешусь от того, что я сделать ничего не могу, и меня это не устраивает. Вот и все. Макс, привет. Без Вики вечерняя транса не та. Сейчас позовем. Вик! Иди! Костюм свой тот одень классный. Покажись. Нет, еще раз покажи. Сейчас придет. Давайте вместе попросим. Вика, Вика, выходи. Выходи, выходи. Да, сейчас выйдет. Вика, выходи. Сейчас выйдет. Снегурочка, выходи. Да, точно. Сейчас выйдет. Вот только благодаря вам. Меня не слушалось. Ну. Как относишься к мотикам? Ну, к мотикам нормально, но сам не это. Снегурочка, быка, выходи. Улитка. Да. Снегурочка. Ждем Викусю. Лучше Деда Мороза, да. Точно. Когда-нибудь был мотик. У меня у друзей были мотики, каких только не было. Но я сам не моя, фишка не моя тема. Какой любимый жанр музыки? Давай, сейчас сюда. Сейчас Викторию Викторовну позовем. О, класс. Сейчас. Вот у нас елочка, тут видите, ребята. А вот и Виктория Викторовна. Поздоровайся. Поздоровайся. Ну, рассказывай, как дела? Станцуй чуть-чуть нам. Я еще юбку купила. Викторович, ну ты на свет туда выйди, а то там ни хрена не видно. Огуречек, огуречек. Юбку купила на юге буду ходить. На Шри-Ланке. Да, дискотеку давай. Прикольная, да? Да, и штаны такие бархатные. Вот ты славно.
Ах, сударыня, зачем вы удалились? Не скажу, зачем я так далека. Да спой что-нибудь нам. На не хочу, потому что я хочу, чтобы вы все вместе были здесь. Вот чудесно и прекрасно в этот сказочный денек. Так чудесно и волшебно. Скоро-скоро Новый год. Ни хрена себе. Ну вот так вот. Вика сошла с ума, эксклюзив, точно. Нечего сказать, что стихи на ходу придумал. Давайте лайки и поставим вот такой. Шоколадный. Я же на ходу все придумала. Это же не речитатив, как все поют. Вот так вот, теперь видишь, какие тебе вспышки делают, смотри. Видишь, как ребята делают? Ура, спасибо, видишь, как? Спасибо, прикольно. Спасибо, друзья. Вообще респектовая тема. Смотрите, ребят, какие пошли эти, да, лайки. Ага, ну, как эти, как вспышки, фейерверки. Вспышки, как фейерверки, да? Да, вот елочка такая еще есть у нас маленькая. И есть вот такая вот у меня. Кофейная елка маленькая. Она чуть выше, не знаю, пачки сигарет, наверное. Передай привет Мишане и Натусику из Электростали. Привет вам, ребятки. Сейчас. А вот такая еще есть елочка. Ну, это вы ее видели, да? Там еще можно свечки зажечь. Да. Какой канал включен на телеке? А, хрен знает. Парк развлечений, что-то такое. Так, сейчас. Так, все. Все, поставим. Серега, можешь?